конце августа главой Раменского городского округа Виктором Неволиным была заложена капсула на начало работ по строительству пристройки на 200 мест к Раменской СОЖ номер 6. В настоящее время на будущем объекте образования кипит работа. За 2 месяца с момента закладки здесь капсулы на месте будущей пристройки уже начались работы по постройке фундамента. Если посмотреть на план, это там, где как раз классы будут. А сама пристройка на 200 мест, количество учащихся, в ней будет 8 классов, большой спортивный зал, малый спортивный зал и актовый зал. И теплый переход будет соединен с действующей школой. Месту, где возводится пристройка, уже более 70 лет, из-за чего возникают небольшие трудности с прокладкой инженерных сетей. В связи с этим сегодня на месте строительства собралась специальная комиссия. По проекту все хорошо, все идеально, но когда выходим на место, строители отшурфили, нашли сети, и не везде идет соответствие. И сегодня провели плановое рабочее совещание с водоканалом по решению технических вопросов. То есть в данном случае были проблемы, но они решены. Все решается на рабочих совещаниях и нашли правильное решение. Напомним, что строительство пристройки на 200 мест по плану планируют завершить в 2023 году. По словам начальника капитального строительства администрации Раменского городского округа Александра Никитина, задержек на данном объекте возникнуть не должно. Но, как вы видите, по ходу строительства, не буду сильно загадывать, но мы и подрядчик намерены сроки сократить. Не буду говорить сроки, но это по ходу. Но самое главное, что не будем дотягивать до того времени. Андрей Пластунов, Дмитрий Корунов. Для программы «Городские вести».